и более безопасной сделают и трассу Екатеринбург-Тюмень. Там уже идет масштабный ремонт. В планах полностью расширить дорогу до 4 полос и сделать объезды 3 населенных пунктов. Это города Богданович и Белоярский и поселок Пышма. Сейчас основной объем работ ведется на участке вблизи поселка Юшала в Свердловской области. Там побывал и мой коллега Игорь Канев. Участок вблизи поселка Юшала в Тугаулымском районе к концу года станет 4-полосным. А пока передвигаться здесь непросто. Места для больших грузов едва хватает. Организовано реверсивное движение. Все правильно, все делают нужно. Ну, а что деваться, все лето такое. И не только здесь. Мы рады, что недолго стоим. Бывает, в дорогу попадешь, там времени теряешь уйма, а здесь нормально. Это же экономически выгодно. Поток будет идти, быстрее доезжать будем, меньше бензина будет тратить, пробок меньше будет и аварий. Федеральную трассу на этом 10-километровом участке не просто реконструируют, а капитально ремонтируют. В свою очередь работы ведутся по уширению самой дороги до 4-полос движения. Там и подпорные стены, так как уширяемая часть требует дополнительного усиления. Там и многослойная дорожная конструкция. Там и в последующем схема организации дорожного движения с разделением потоков. Из 300 километров трассы Екатеринбург-Тюмень только треть имеет по 2 полосы в обоих направлениях. А ведь каждые сутки здесь проезжают не меньше 15 тысяч автомобилей. Самый тяжелый и напряженный участок трассы Тюмень-Екатеринбург – это проезд через город Богданович. Весь транзитный, легковой и грузовой транспорт идет через узкие улицы населенного пункта. На светофорах, на ЖД-переезде водители теряют по полчаса, по часу, по полтора. Тем более, когда проводится даже маленький, незначительный дорожный ремонт. В планах дорожников построить объезд этого города. 16-километровый участок появится к 2023 году. Еще одно узкое место на трассе проходит через Пышму. Объездная должна обогнуть город с севера. Проект готов, и вскоре состоится конкурс по отбору подрядчиков. И, наконец, в планах дорожников достроить обход города Белоярского. Часть трассы уже готова, осталось протянуть 8 километров. Полностью 4-полосной дорога Екатеринбург-Тюмень станет к 2025 году. Игорь Канев, Дмитрий Ларичев. Тюменское время.